Всем привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. В этом видео я расскажу, как создать Pair кошелек. Переходите по ссылке, которая будет под этим видео, и видите вот такое окошко. Ваш персональный Pair кошелек. Он работает более чем в 200 странах мира, очень удобен. Особенно, когда люди совершают в интернете какие-то покупки, участвуют в каких-то проектах, играх и так далее. Заходим создать кошелек, нажимаем на зелененькую кнопочку и вводите свой email. Вводите email, код безопасности, ставите галочку, что вы соглашаетесь с правилами системы, нажимаете продолжить. Вам нужно ввести сюда код подтверждения. Вы заходите на свою почту и копируете этот код подтверждения. Вводите код, который вам пришел на почту, и нажимаете «Продолжить». Теперь вам нужно придумать пароль. Либо предложенный пароль, либо установить свой собственный. Далее повторяете пароль, пишите секретное слово. Если вдруг вы забудете пароль, вы можете восстановить его по секретному слову. И имя аккаунта у вас будет буковка «П» латинская и его номер. Советую вам, чтобы в пароле была хотя бы одна заглавная буква и хотя бы одна цифра. Разумеется, буквы вы пишете на латинском языке. Вот и все, ваш Pair кошелек успешно создан. Теперь вы можете получать и переводить деньги по всему миру, мгновенно обменивать различные платежные системы и банки, принимать платежи на своем сайте, более 150 методов. Организовывать массовые выплаты через API, зарабатывать с нами, партнерская программа и запуск обменника, и оплачивать услуги и многое другое. Если вдруг вы забыли пароль, вы можете воспользоваться восстановлением пароля. В моем кошельке сейчас баланс 1439 рублей. Можно здесь выставить в долларах. Можно выставить в рублях, либо в евро. И здесь всего показано, сколько всего у вас средств на балансе. Совсем недавно ввели еще криптовалютные счета, что очень и очень отлично. Вы можете переводить деньги с кошелька на кошелек. Вы можете с Pair на Pair, с Pair на Kiwi, с Pair на Яндекс, деньги на Advanced Cash и так далее, и так далее. Можете вывести деньги на свою карточку, также вот на эти платежные системы, которые представлены. И, например, если вы оплачиваете, переводите со своего кошелька на чей-то еще, вот, например, вот на этот кошелек, пишите в комментарии что-то. Пишем, вот здесь выбираем сумму 100 рублей. И комиссия составляет 0,95, то есть даже менее 1%. Это хорошая комиссия, то есть это немного. Как пополнить Pair? Здесь есть множество способов. Выбираете, хотите пополнить долларами, хотите пополнить евро, либо рублями. Вот, например, выбираем рубли, и вы можете пополнить банковскими карточками, либо платежными системами, Kiwi, Advanced Cash, Биткоин, Яндекс, деньги, а также через салоны связи, Евросеть, связной и через обменники и мобильные платежи. Также вы можете заполнить свой профиль, изменить пароль и также пройти идентификацию, чтобы не было никаких лимитов в кошельке. В истории вы можете посмотреть, куда и кому были отправлены средства, либо получены средства. И какого числа. Если вы нажмете здесь в транзакцию, то вы увидите комментарий, откуда, куда были получены средства, какого числа, ID операции и в какое время суток. Сейчас я покажу, как пополнить баланс с карты. Выбираете, вот что вам нужно. Я выбираю рубли. Ну, к примеру, 5 рублей. К оплате будет 5,31. Если, например, на 500 рублей, будет 30 рублей комиссия. Нажимаем «Пополнить». Итого к оплате. Ваша
Карта должна быть подтверждена, если вы платите картой в первый раз. Пожалуйста, загрузите фотографию паспорта и карты в специальную форму после оплаты. Это делается один раз. Вводите реквизиты вашей карты. Месяц, год, три цифры с обратной стороны. Заполняете поле и жмете оплатить. Что мы сейчас и сделаем. Внимание, вводите имя и фамилию на латинском языке и жмем оплатить. Вводим одноразовый пароль, который нам сейчас придет на телефон. Жмем, смотрим, что идет у нас ожидание оплаты. Все, оплата завершена, несколько секунд прошло, так что пополнение моментально, внутренний баланс вашего счета был успешно пополнен. Зайдем в историю и посмотрим. Вот, плюс 5 рублей с карточки Visa. Вот, платежная система Visa, сумма получения 5 рублей. Все, закрыть. Так что пополнение моментально, ну комиссия она везде есть. Ничего страшного, зато кошелек очень удобный. И я буду заканчивать. Ссылочка на создание кошелька будет под этим видео.